Здравствуйте, дорогие друзья, ВКонтакте и Одноклассников. Я начинаю свой видеоблог номер 620, юбилейный. Подожди, точно сейчас посмотрю, как назывался мой старый блог. Наш блог 618-й всего 2 просмотра набрал. Так мало. Я же полночи снимал, блин. Неужели меня никто не смотрел, а? Кошмарик какой-то. В данный момент я играю в нанушку-ферму. В нанушку-ферму играю по компьютеру своему. И в данный момент уже я буду пить таблетки для сна. Так, поехали. Так, все. Обалдеть! Вот здорово. Перед началом можно хорошо отдохнуть и набраться сил. Можно устроить себе день отдыха и провести время как вдвоем. Так. Собрать урожай клубника. Собрать урожай, накопить сахар. Вообще, волнение. Надеял бы страчен так. Клубника 40. Ой, кошмар какой-то. Клубника 40. Так. Так. Раз. Два. Так. Так. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Он хочет. Что делать, да?
Ты реально кто-то в комментариях пишешь? Это я не знаю. Подписчики мне кто-то реально от именно Таш пишет. Да ладно. Ой-ой, подписчики. Алло, я слушаю. Привет. Да, сказать, по магазину ходила, платье вынесли, в магазинчик ходила. Да. Открылась новая ярмарка. Там свежевыжатый сок за 100 рублей. Сок за 100 рублей продают. Пирожные. Трубочки с кремом. Да, ага. А я по самозакрытию пошла. Угу. Ну да. Ага. Угу. Да, да. Я себе взяла сок вот этот. Одну штучку взяла на пробу. Нет, маленький. Ага, да, ага. И две бутылочки воды из Пятерочки. Да. Угу. Да. Да, поняла. Я слышал, да, я полдня читал это, Москва 24 передавал, потом это передавал. Да, сегодня утром было же, ага. Я только ВКонтакте смотрел новости, да. О, все, уважай, последствия. Понятно. Угу. Да, да. Ого. Очень хорошо. Понятно. Mm-hmm.
Понятно. Ого. Так все серьезно? Понятно. А ты мне как раз опять во время ночного блога позвонил, мама. Да, да. Ой, хорошо. Ага, да. Ого. Да. Угу. Да. Угу. Да, мам, да. Угу, да. Понятно. Поняла, хорошо, все. Да, сейчас ночной бог сниму. Ты чё? А? Да, сейчас это, да? Да, мам, да. Нет. Нет. Угу. Да. Да, хорошо. Да, хорошо. Ого. Понятно. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Еще раз позвонимся. Да, спокойной ночи. До завтра, мама. Завтра у меня выступление. Тенты. Завтра. Да, завтра. Уже надо там быть в 9:20. А будет это
Праздник будет на улице, к Дню России. Угу. Я сегодня в новом платье пошла. Все сотрудники удивились. Да, поезд падает, падает, падает. Всю дорогу падает. Хорошо. Да. Да, все удивись. Тебе понравилось. Да. Ага. Да. Желтые туфли с каблучком маленьким. Да, хорошо, да? Да, понимаю, да? Называется «Времена и эпохи» 8 по 12 июня. Ага, да. Угу, да. Да. Понятно. Да. Угу. Да. Угу. Да, все понятно. Буду все. Можно все раскрывать? Можно все раскрывать? Не слышу удачи. Я как-то не говорила с тобой об этом. Да. Нет еще. Хорошо. Открой, пожалуйста, где мне жить?
Сейчас. Почему на картинке среди них победил? Кого-нибудь, вы подойдите сказать, что это будет?
Я же не пойду,
Ой. Я не знаю, как для вас, для меня богатый.
ноль? Как ноль? Вы охуели? Не успели, блядь. Не успели. Да вы не успели, Нина. Не успели, не успели. Вот подлил, да? Вот подлил, да? И вот подлил, что... Вот прикол, что мне это вижу. Ну, начинай пить. Я
Как они получают стерку, это все или надо. Это очень маленький.
Thank you.
Неужели не как космосный билет на Землю? Салфетки, Минка, салфетки с вами. Точно, Минка, смотри. Вот здесь я. А, подожди. Ты спрятаешь это всех. Ты здесь же спрятаешь? Нет, ничего. Вот тебе, точно. Да. Да, сейчас мне просто не будет. Ничего. Я их начала в феврале месяце. Офигеть. Наши 60 месяцев. Да, именно, да. Ну, это просто 60-60. Это 30-50, пожалуйста. Да. Твою мать, ты да. Ты же где? Ты же где? Ты же
Ой, надо сказать чуть-чуть побольше мистику сделать. Ай-яй-яй-яй-яй. Все? Все. Ты, блядь, на блок смачиваешь. Ой, точно, точно. Ты прикинь? А ты ухо, ну, точно. Да. Ой. На очке. Ай. Чуть не пропал. Чуть не пропустила. Защитника. Чуть не пропустила опять. Самое обидное, что никто не смотрит мои файлы. Может, это видео удалить, если не знаю. Вроде бы тогда бы написали, что видео снимал. Но видео не удалено. Да. Если посмотрю, может быть. Я таблетку от головы выпью, да. Потому что без того мне становится это не дело. Поехал. 27. Так, ага. Так. Чуть на камеру сказала. Ой, тоже. В данный момент я сейчас вот такие сушечки сосу.
Да, хорошо, хорошо. Препод не хочет знать тебя, если он ни разу не видел тебя. Ты не
Ого. Попробуй ночной монету найти. Может, получится, что у меня ночную монету списать. Ай, блин! Не исчезла. Нет монеты. Я не понимаю, я не могу. Короче, я решил откладывать деньги, хотел накопить на тачку, но есть одно но, чтобы закладывать, нужно перестать их тратить. Конечно, это тоже не то, я ведь так и поступлю, но катастрофа.
Боже, главное. Блять, боженьки включились. Покрестись. Итак, подписчики, наступила глубокая ночь. Сейчас мы начнемся. А может ты... А, давай перейдем с Катом. Наступила глубокая ночь. Глубокая ночь. Мы сейчас встречаемся. На моем канале в Ютубе Минуско. А знаете?
Да, Коль. Папа, застой! Я их не вычислил. А куда застой? Напомним, это мой юбилейный видеоблог, юбилейный. Что за мной здесь? Охереть, кажется. Сейчас мы. Это данный видеоблог будет, наверное, часовой. Часовой или двухчасовой, как получится.
О, сейчас смотри. Сейчас мы капитально поужинаем и ляжем спать. Блин, что я сделаю? А может, ё-моё. Может, я тут на завтрак? На завтрак оставим, да? Ней. Ой, да. Но твоя Василина теперь на меня видела. За то, что я плохо себя поняла. Да. За то, что я плохо себя поняла, но твоя Василина меня убила. Прикинь, ты перед тем подписчиком сказал, Ника. Да. Опачки. Опачки, пачки, пачки. Опачки, пачки. Выключить ночные новости. Здесь мне не дать цирный жить. Да, лестница. Цир, будешь лизать? Будешь цир лизать? Будешь цир лизать? Попробуй. Попробуй, пусть дашь. Ой, ты умничка. Топает, молодец. Топает, моя умничка, сладенькая. Да. Хочешь попробовать тоже? Хочешь попробовать? Ой. Курка. Бодрая, вот. Боже мой, сладкий, бодрая, вот ты мой. Ой, не мой, даже ничего, твой. Ничего себе, я не бодрая, вот. Да? Ну да, слушай. Вкусняшка, да, сырочек все любят, детки, да, все детки сырочек любят, да. Все дедушки сырочек любят, да. Ой, они же, наверное, потом пить хотят от него, можно? Да, они же потом пить хотят. Слышишь? Может, будешь еще? Задачек стоит. Задачек будешь еще? Будешь или нет? Будешь, понятно. Мама.
Как я сказала подписчикам, мало ток, мало ток. Да. Интересно, я начну с тем, где вы подписчики будут? Не знаю. Да, слушай. Давай-ка нам займем еще кофе. Ой, да, давай, да. Там еще поменяем, типа.
Подписчики я сок купила. Доброй ночи, подписчики. И сейчас мы будем с вами делать горячие бутерброды. Простите, что так поздно. Я же не отзываю, я же балуюсь, я пойдем с вами. Ой,
Thank you.
О! Даешь! Нет, напрасно себе камеру говорит. Даешь трехчасовое видео, говорит. Даешь трехчасовое видео, йоу! Стоп. Тихо. Напомню, следующие видеоблоги будут 10 июня. Будет концерт в ландшафтном парке Южное Бутово. Будет концерт в ландшафтном парке Южное Бутово, если, конечно, я его не просплю. Я постараюсь блог там снять. Уже будет уличный блог номер 621. Ой, нет, ну да, 621, все. О, молоко, апельсиновый сок один, о, нет, кстати.
Угу. Просто хочу горячий. А, да, блядь. Найду. Пойму, скажу, что... Ага, точно. Идем.
Ой. Ой. На 15 всех ставь. Чё? Я говорю, на 15 всех ставь. Да, конечно. Ну, сейчас вот так сделаем. Вот так. Вот так. И вот так все. Голосный слайд сделаем. Хорошо. Угу. Ладно, дайте. Тут сейчас такое все растепется. Ну да, ну да. Да, это называется горячий гвоздь. Сейчас, ох. Так, раз. Так. Махуй. Будись. Будись. Заводи, снимайся в блог на канал в YouTube. Последний блог на этой неделе. Ой, да, да. Последний блогный блог на этой неделе. Слушай. Ты стыд? Ну да, ты пять, что надо делать? Маленько, что ты? Сейчас дойдет. Сейчас я посмотрю. О, господи, сейчас. А, ёпта, блядь. Ой, что надо делать-то, ёпта. Тихо. Это наш первый опыт. Ничего, первый блин всегда комом. Ника. Первый блин всегда комом. Я видела.
Ебать. Красиво, ага.
Я тебе. Просить бабушки. Ой. Ой. Дело на пескочи. Слася, слася, ты гусь моя, слася, ты русская наша земля, там будет во веки веков всегда, любимая наша страна. Там было России за легких веков, чем крепче, чем выше, до времени, чем меньше, чем и детские памятники держают людей, становятся народами. Как это? Это главное, как
Прошу прощения, во время блога у меня стеснялись глаза. Так, сейчас надо прибраться на кухне. Ох. Ой, да уже, да, надо убраться мне.
2:40, вы серьезно? Ладно, всем пока, с вами Нина, всем пока, пока, до встречи на следующем видеовлоге, номер 621, солдатик совсем один, с
солдатик, голубой солдатик, совсем один. Всем пока-пока. Всем пока, всем пока. С вами Нина и Нина. Всем пока. С вами Нина и Нина. Всем пока-пока.